Впервые оркестр ВВС США гастролирует по России. Челябинск – один из городов, находящийся на маршруте этого коллектива. Знаменитый оркестр посетит наш университет не случайно. ЮРГУ – единственный вуз Уральского федерального округа, где есть военный факультет, на котором активно развиваются творческие коллективы. Всегда интересна культура другой страны. Да, тем более, что это коллектив вооруженных сил. И это даже очень хорошо и радостно, что на сцене именно представители армии. Это же так замечательно. Это такой пример даже для нашего военного факультета слушателей, которого мы приглашаем в первую очередь, где создается свой хор, где создаются творческие коллективы.